И опаца. Привет, привет. Кто меня смотрит? Меня смотрит пока что, кажется, один человек. Так что приветули. Сегодня не Long Dark, сегодня Alan Wake. Сегодня новая часть, насколько я помню, четвертая. Четвертый эпизод. Может быть, даже сегодня добьем сразу два эпизода. Сегодня выходной, в принципе, время есть. Ну, в общем, как пойдет. Так, ну, продолжить игру. Вообще забавно, видимо, народа, ну даже в принципе не набегает какого-то левого из-за того, что все смотрят киберпанк. Забавно. Киберпанк ломает просто... Ломает стримы, если это не киберпанковские стримы. Окей, погнали. Отключу пока камеру. Стоп, а я же... Я же закончил эпизод. Так, возвращаем камеру. Блин, а что произошло-то? Почему я откатился? Ну ладно, тут недалеко идти вроде как. Я мог видеть озеро Колдран. Ну да, вот она, собственно, концовка третьего эпизода. А рядом сиял свет. Это могла быть лодка. Так. Теперь я был близок. Мне нужно рукопись. Было попасть туда быстрее. И мне было страшно, что я мог бы там найти. Ну, видимо, сейчас мы закончим, как было на предыдущем стриме, вот опять же, упав в озеро. Я здесь! Я иду! Нет, нет, нет! Убирайся! Я извиняюсь! Пожалуйста, леди! Хозяин не знал, с кем связывается! И я не знал! Клянусь, не знал! Нет у нас его жены! Мы не знаем, где она! Наверное, утонула! Мы только сказали, что она у нас, чтобы он нас послушался, чтобы согласился писать для нас. Пожалуйста, пожалуйста, мне жаль. Пожалуйста, не делайте больно. Ну да, как в предыдущий раз, мы узнали то, что чувак, который якобы похитил жену, на самом деле ее не похищал, что он работает на кого-то, и что наша жена не у темных сущностей. В принципе, тоже неплохо. Очень даже неплохо. Ну, а теперь можно выключить камеру. Кстати, в флешбеке сейчас показали, что ее утащили же под воду. Ну да, вот, собственно, конец третьей главы.
Да, конец третьего эпизода. Собственно, слушать трек этот снова еще раз не буду, потому что он есть в конце предыдущего стрима под номером 2, поэтому просто продолжим. Ранее Алан Вейк. Ну, прячем камеру. Законник. Шериф, Вейк убегает, я его преследую. Этот чокнутый писака сейчас разобрался с моими помощниками. События триллера становятся реальностью. У истории меняется жанр, она превращается в роман ужасов. Мне сказали, что Элис похитили, но это ложь. Нет у нас его жены! Мы не знаем, где она! Ее лживого похитителя поглотила темная сущность, а потом напала на меня. Правда. Алан, малыш, тебе приснился кошмар. Элис. Вот так, Алан. Хартман? Я упал? Мне пришлось дать вам успокоительное. Не сопротивляйтесь. Я... У вас случилось очередное обострение. Что? Мы не хотим, чтобы случился рецидив. Вы пациент моей клиники уже некоторое время. Шок от гибели жены вызвал нервное расстройство. Нет, ты лжешь. У вас наблюдаются различные симптомы недифференцированной шизофрении. О, блядок. Все хорошо, Алан. Убьете. А? Ты? Ай. В голове помутилось. От дряни, что закачал меня Хартман, я словно оцепенел. Мне казалось, что все происходит с кем-то другим. А я вижу его на экране телевизора. Я не мог думать, не мог сосредоточиться. Страниц рукописи не было, только чистые листы бумаги. Так, ну, видимо, нам дали какие-то сильные вещества, поэтому для нас яркий свет кажется таким жестким. Или у нас сотрясение? Добрый вечер, Алан. Ну как, нам теперь получше? Мы успокоились? Да. Я вижу, что вы прихватили ручную гориллу, так что я спокоен, будьте уверены. Повторять не надо. Вот-вот, должный настрой. Отваги вам не занимать, Алан. Я понимаю, вы сбиты с толку. Учтивый тон меня бы больше обеспокоил. На вас я не в обиде. Великодушно. Что ж, пройдемте со мной. Мы заново познакомим вас с моей клиникой и повторим все, что вы могли позабыть. Прогулка на свежем воздухе? О да, не повредит. Заново познакомим вас с клиникой. Он точно это сказал? Повторим все, что вы могли позабыть. Блин, тут два варианта. Либо он, вернее, либо Алан действительно здесь как пациент и уже давно. Хотя по одежде не скажешь. Вот, либо же нас специально пытаются одурить и сказать, что мы дурки. Ну, как часто бывает в каких-нибудь хоррор-фильмах, да, где человек просыпается в психбольнице, и ему все говорят, что псих, что он псих, но на самом деле он нифига не псих. В конечном итоге оказывается. Ну, или наоборот, что больной считается нормальным, а как Остров проклятых, да, например. А на самом деле все это часть терапии. Эмерсон. Уэйк. Так, это наша палата. Точно. Дилемма творца. Так, вот я хочу почитать, за что Алан его так не любит. Новая увлекательная книга доктора философии Эмиля Хартмана, автора бестселлера «Творческий поток». Его... Инновационный метод, серьезная терапия и поток объясняется его собственными словами. Ничего не понятно. Эмерсон. А кто такой Эмерсон? Ага, выпуск Nine Springs. Стоп. Dead Rally и это что, Xbox или
Или персоналка? И что это такое? Ну-ка, это, видимо, какая-то отсылка. Надо ее зафотать потом, узнать у знающих людей. Ага. Какая-то настолка. Или мне кажется... Нет, это не настолка. Кто-то сбежать пытается? Непонятно. Этот коридор для пациентов. Большинство сейчас отсутствует, Джек взял их с собой на рыбалку. Кроме тех, кто излишне чувствителен, разумеется. Я поощряю, излишне буйные, наверное. Это часть восстановительного процесса санатория озера Колдрон. Люди искусства — это мой профиль. Не сомневаюсь. Превосходно, Алан. Я искренне верю, что вместе мы справимся с вашим недугом. Так, почему-то Хартман уверен, что наша жена мертва. Ну, кстати, Алан бы, мне кажется, навалял этому мужику. Он не кажется таким уж прям молодым и сильным. Это вам не боец ММА какой-нибудь. Так, а вот это, кстати, у нас закрыта комната. Лейн? Знакомая фамилия. Не шериф ли Сара Лейн? По-моему, у нее фамилия Лейн. Ну, ладно, сейчас узнаем. Андерсон. Еще один пациент. А сзади у нас... Блин, вот с такого ракурса похоже, что у Мишки не лапа, а что-то другое. Кстати, проверю. Запись идет? Запись идет. Замечательно. А то порой иногда забываешь, какие горячие клавиши настроил, и начинается... Косяк за косяком. Так, мужик, блин. Что-то меня напрягает во всей этой ситуации. А, дверь за нами закрыли. И санитар куда-то пропал. Итак, Алан, по прошлому опыту общения с вами, я знаю, что должен как можно скорее перейти к сути дела. А потому скажу сразу и напрямик, Элис мертва. Нет. Вы мысли мертва. В неуязвимом состоянии, пока не осознаете и не примете это. Элис утонула, и вы не смогли с этим смириться. Вы страдаете от галлюцинаций, мании преследования, необычных мыслей. Откуда он знает, что она утонула? Тело нашли? Нет. От ощущения, что все вращается вокруг вас, ваших мыслей и грез. Ваш мозг создал замысловатый фантастический сценарий, где ваши очерки влияют на реальность. Элис похитили, и сверхъестественные силы тьмы пытаются... Сразу видно, что мы в дурке, все двери закрыты. И только у санитаров есть ключи. К такому я не был готов. Доктор наверняка лгал. Конечно, лжет. Действием лекарства, которое он мне ввел, мне с трудом удавалось не верить ему. Блин, как тут красиво, елки-палки. Блажь, Алан, вы это придумали. Не считая трагического инцидента с вашей женой, никто не погиб. Ваши иллюзии — это лишь проявление подсознания, которое пытается защитить вас от мучительной правды. Если не подавлять эту фантазию, она вернется. Знаю, вы инстинктивно стараетесь мне сопротивляться, но подумайте... Разве в моих словах не Блин, как он медленно смысла, идет, а? Чем в том безумном, сверхъестественном заговоре, порожденном вашим разумом? Вы же по природе скептик, Алан. Мы оба это знаем. Все можно объяснить логически. Так, видимо, на рыбалку увезли просто всех. Тут слишком пусто для дурдома. Блин, а вообще красивое место.
устаю любоваться этим видом. Великолепно, правда? Под нами простиралось озеро Колдан. На другой стороне виднелся Mirror Peak. Я, пожалуй, даже мог найти место, где раньше находился остров Ныряльщика. Теперь там лишь плескалась вода. Похоже, надвигается буря. Странно. Не припомню, чтобы об этом говорилось в прогнозе погоды. Впрочем, неважно. Сюда, за мной. Алан, у меня для вас хорошая новость. Ваше состояние стабильно. Всякий раз, когда у вас наступает рецидив, вам все труднее выныривать на поверхность из темных глубин воображения, что и неудивительно, учитывая вашу профессию. Воображение – это ваш хлеб. После всех ваших кошмаров мои доводы должны принести вам облегчение. А если нет, то почему? Может, я лгу? Или же не хотите признать, что вы нездоровы? Считать меня врагом вполне естественно для вас. Это часть болезни. Я его не перебивал. В конце концов, Хартман наслаждался звучанием собственного голоса. Его слова безумным эхом отдавались у меня в голове. Я вонзил ногти в ладони, чтобы не расслабиться. Вы должны помогать мне. Только так мы сможем начать путь к вашему выздоровлению. Что ж, пойдемте внутрь. Да, сложно спорить с тем, что ты здоров, когда все вокруг говорят, что ты болен. В этом, наверное, главная фишка всех вот этих лечебных заведений. Внушить то, что ты немножко того. Кукушечка поехал. Так, ты уже здесь, да, горилла, как тебя назвал Алан? А это вход в административное крыло, только для персонала. Когда вы прибыли сюда, вас впечатлили мои трофеи. Я обожаю охоту. Бескрайние просторы. Человек против природы – это восхитительно. Чертовски славно, да. А что в административном круге делает псих? Страшно, страшно. Эмерсон. Да, именно так. Я тебя сцапал. Я самый настоящий жуткий кошмар, мистер. Бойся меня, бойся. И ночью со мной лучше не встречайся. Прошу, Эмерсон. Мистеру Вейку и так не по себе. Ага, прогнать меня хочешь? Хочешь не пугаться? Только не тебе решать, какой сон ты увидишь и когда. Эмерсон. Хорошо, хорошо. Очень-очень жаль. Бу-у-у. Это Эмерсон. Рад заметить, что в его состоянии наблюдается некоторый прогресс. Да, он прогресс. Над видеоиграми. Полная ерунда, конечно. Я их достану. Но требует отчасти творческого подхода, что делает Эмерсона восприимчивым к моим методам лечения. Без шуток? Это такая, не знаю, тролль-шутка над теми, кто любит играть в видеоигры? Прошу, Алан, сюда. Я, погоди, доктор, я посмотрю, чем закончится ее ария. А я знаю эту песню. Так, о, кстати, еще один сумасшедший. Док, стой. Я хочу с психом поговорить. Подожди, подожди. Или мы до него еще дойдем? О, привет. А я тебя нарисовал. Хорошо. Просто пару дней назад меня посетило вдохновение. Доктор Хартман хотел, чтобы я писал пейзажи, и я именно этим и занимался. Но сейчас пишу другое. Смотрите, тьма как поднимается, да? Доктору Хартману они нравятся. Он их вешает у себя. Да? Он очень гордится мной. Говорит, у меня замечательное улучшение. Думаю, мне и правда становится лучше. Блин, какая странная картина. Что ж, мне надо заканчивать. Буря совсем близко. Вы только посмотрите. Не хотел бы я сегодня ночью оказаться под открытым небом. Блин, буря так не начинается. О чем вообще? Явно видно, что это либо пожар, либо какая-то неведомая хрень. О, термос. Так, мадам, а вы мне что-нибудь скажете? Да, нельзя. А,
Так, а наверху что у нас? А наверху у нас QR-код. Ну-ка, я потом по нему пройду, посмотрю, что это вообще. Может быть... Не, у меня нет вариантов, что это может быть. Забавно. Надо, кстати, потом с тем дурачком Эмерсоном поболтать. Электричество барахлит. Может, поэтому и нужен был генератор и рабочее освещение на балконе. Генератор был выключен, а ключа не было. Да так заведи, ты же умеешь уже это делать, разве нет? Алан, где твоя микалка? Так, это что? А, это кладовочка. Запомним. Там, скорее всего, лежит ключик. Так. Слушай, мужик, а ты, по-моему, там уже стоял, нет? Нет. Все время за мной по пятам идет. Что ж, вы наверняка заметили у себя печатную машинку. Она была частью вашей терапии. Продолжайте писать, как будете в состоянии. Ревматизм меня добьет. Близится буря. О, какая буря. Надеюсь, она сотрет это место с лица земли. А эти двое — братья Андерсены, Один и Тор. А. В 70-80-х годах у них была, как бы это выразиться, группа в стиле хэви-метал. Тор и Один уже встречались с ними, кстати. Прикольные дедки. Они даже взяли новые имена, чтобы соответствовать сценическим образом богов-викингов. После распада группы они жили на ферме неподалеку. У них поздняя стадия деменции. За ними хорошо ухаживают, окружают вниманием и заботой, а большего тут и не сделать. Боюсь, рок-н-ролльный образ оставил неизгладимый отпечаток. Да ладно, они еще норм. Но так не пойдет. Извиняюсь, Алан, но придется пока прерваться. Питание барахлит. Я пойду проверю. Мы вскоре продолжим. Между тем, когда будете в силах, вернитесь к себе и попробуйте поработать. Так будет лучше всего. Согласны? Так, ну, понятно, что это Хармон послал того чувака. Раздолбать ему башку молотом. А, он рад бы выведать наши тайны, но не знает, как подступиться. Он недостаточно чокнутый, не такой чокнутый, как мы, сынок. Ага! Быть чокнутым — это обязательное условие, сынок. Кто еще может понять такой безумный мир, как этот? Чтобы распознать безумие, надо самому усмехнуться. Это самое адекватное, что я слышал. Ха-ха-ха! Разумное. А ты ничего, парень. Он ничего, правда, бро? Надо ему на ферму сходить. Ферма Андерсонов. Вальхалла! Там, видимо, растет что-то очень веселое, да? Чтобы не забыть. Ускоренный курс по вправлению мозгов. Тебе надо найти послание. Держи, сынок, это тебе. Хлопотная штука, но я ее так и спрятал от этих мерзавцев. Так, их моя голова пять. Или, если верить Хартману, я все глубже погружался в фантазии. Я был убежден, что он мне врет. Врет во всем. Андерсены, может, и психи, но их слова звучали куда разумнее. Том, ты пойло принес? Нет. Извините, парни. У нас парни. Есть запасец такой особой штуки на ферме. Наша формула, местные ингредиенты, лекарства. Так прочищает мозги. Сразу все вспоминаешь, точно лунным лучиком посветили. О, только сейчас заметил. Кожаные заплатки на локтях? Это совсем не рок-н-ролльно. Том просто пропал, вот и все. Баба-Яга и до него добралась, мерзкая ведьма. Она нас использовала. У всех что-то забрала. Забрала мой молот, ведьма. Баба-Яга? Воронов, как их там? Мысли, память, карга. У тебя она тоже что-то забрала? Она всегда так делает. О, мы везунчики. Это место озера дает силу. Если ты создатель, творец и бог.
пробудил кошмарный сон. В том озере он вновь. Точно. Блин, они реально психи. Она уж постарается, чтобы все пошло наперекосяк. Ты фонарную леди спроси. Она знает, что случилось с тем писателем. Она тебя использовала, паренек. А ты позволил. Ты взял да открыл ей дверь, верно? Да ладно, ладно. Дверка-то всегда была приоткрыта. А чья в том вина? Мы испорченные, больные, старые, глупые. Не надо было открывать нараспашку, черт побери. Блин, какие воинственные старики. Не, насчет фонарной леди, они правы, надо с ней побазарить. Построили ферму возле озера. Место силы. Вряд ли это место силы. У нас были вечеринки, парень. Ты бы пошел, да и устроил там вечеринку. Толстяк Боб Балдер взял, да и выбросил из окна усилок. Попал той девчонке хиппи по башке. 15 швов и сотрясение мозга. Ладно, ребята, это, конечно, вы интересные вещи рассказываете про вашу бурную молодость, но надо что-то делать. Стукачи, наркота, парень. Добро пожаловать в санаторий на озере Колдрон. Мы окажем вам необходимую помощь. Тем не менее, просим соблюдать следующие правила. Попросите друзей и близких заранее планировать посещение, чтобы они не приходили на время наших лечебных процедур или творческой деятельности. А кроме того, просим вас уважать право на уединение личного пространства других пациентов, особенно когда они заняты творчеством. Понятно. Что-то еще. Так, ладно. Неважно. Я просто... Я хочу домой. Закрыто, да? Кто-то в этом месте неправильно. Кто-то не так. Ну, вообще, в принципе, мне кажется, в любой дурке себя человек начинает ощущать как-то не так, совсем странно. Надо как-то отсюда выбраться. Это мне очень напоминает, не помню, Сибирь то ли 2, то ли 3, где вот эта Кейт Уокер пыталась выбраться из лечебницы, и там тоже как будто она, не знаю, в психушку попала. Так, ладно. Трички. Вы мне сказали про свою ферму и про фонарную леди. Значит, надо их найти. И вот у нас теперь там кефали, потому что они думают, что кефали забавные. Но оно ж совсем о кефалях не должно было быть, а теперь о кефалях. И когда идет в замедленном темпе, они называют это кефали. Так, с тобой я уже говорил. А больше здесь никого нет, да? Которые хотят заставить все от персонажей до тостеров говорить постоянно и выражать свои чувства. Чувак, успокойся. И писатели тоже никак не заткнутся, потому что у них тоже есть чувства. Я должен их выслушать, потому что они меня не боятся, а все должны просто заткнуться. Так, значит, поющая леди мне ничего не скажет. Почему бы вам не сделать приятное доктору Хартману и не взяться за работу, а? Печатная машинка у вас в комнате. По этой лестнице вы попадете в комнату, Вейк. Почему все так хотят, чтобы Алан начал что-то писать? Блин, вообще писатель — это творческая личность, и его заставлять нельзя. Иначе выйдет хрень полная. Я когда читал, скажем так, биографию, которую написал сам Стивен Кинг о самом себе... Он писал, что да, как бы очень сложно заставить себя из-под палки, когда нет вдохновения. Уже несколько дней, но там снаружи всегда темно. Мой редактор реален. Я видел ее снова. Она не человек. Оно не человек. Темная сущность просто надела лицо старой женщины. Всю ее обтекали тени. И в груди ее была дыра в месте, где должно было быть сердце. Думаю,
я совершил ужасную ошибку. И думаю, я даже не приблизился к спасению Элис. Она обманула меня, использовала меня для написания желанной ей истории. А история станет явью. То есть, получается, что... Что мы сейчас находимся внутри истории Уэйк, который пишет ее под влиянием злой старухи. Так что ли? Хартман хотел, чтобы я писал. Я знал, что не могу, но решил пока потянуть время. Это единственное, что мне оставалось под бдительным присмотром Бёрча. Угу, то есть нам прям прямым текстом говорят, иди пиши. И сейчас настанет ночь, а здесь нет света, и начнется опять какая-то фигня. А чья это комната еще раз? А, Эмерсон, это тот психопат, который боится писателей. Дезоль. А кто такой Дезоль? Это... А, может быть, это поющая женщина? Дезоль. Ну ладно. Wake, вот Wake. Наша комнатка. И белый убираю камеру. Ослепительной вспышкой обжег мне глаза. Руки безудержно затряслись. Будь здесь. Я гляну, что там творится, а ты просто занимайся своим делом. Не буянь, лады? Я не знал, из-за чего весь этот хаос, но это был мой единственный шанс убраться отсюда. Где он взял этот долбанный молоток? Так. Ну да, наступила ночь. Сейчас темная сущность будет опять проявлять себя. Надо... Так, а у меня оружия-то нету? Оружия-то нету. Это моя буря. Я принимаю ее. Блин, Один. Мы вернулись, детка. Один может сходить. Так, пора, кстати, почитать рукописи. Нам же там что-то говорили. Помощник и рукопись Томаса Зейна. Зейн ощущал, как его стихи обретают форму и изменяют мир. Он пробовал то одно, то другое, и, казалось, чувствовал силу, которая пронизывала клавиши печатной машинки. От этого он начинал ликовать, но в то же время бояться. Если бы не его молодой помощник Эмиль, он давно бы бросил это дело. Однако Эмиль убедил его продолжать. Эмиль тоже владел слогом. Угу. Блин, Эмиль. Хартман говорил без умолку. Мы, по-моему, встречали уже такого человека. Провел для Барри настоящую экскурсию. Агент был впечатлен, но он прибыл сюда по делу, а не слушать рассказы об охотничьих трофеях. Барри повысил голос, прерывая монолог. «Эй, Хартман, а где Ал?» Раздраженный вмешательством, Хартман остановился посередине предложения. Он кивнул Верзиле, стоявшему в ожидании. Человек улыбнулся и похлопал Барри по плечу тяжелой рукой. В смысле? Барри, получается, тоже у них? Блин, сколько я всего не нашел, оказывается. О, Тор бьет медсестру Синклер. Ну-ка. За окнами особняка на озере Колдран полыхнула молния. Тор Андерсон расхохотался и занес над головой стальной молоток. Сестра Синклер пыталась его утихомирить, но безуспешно. Тор безумно ухмыльнулся и заорал. «Мой молот наготове! Вот тебе, девка, дружеский тычок от Мьёльнира!» И он со всей силы опустил молоток на голову Синклер. «Мы вернулись, детка!» Стоп, он же только что это говорил. «В честь тебя и не скорбя, мы обнажим клинки!» То есть я нашел эту страницу в предыдущем эпизоде, а сейчас тоже мы это видим вживую. Синклер выглядела плохо. Этот сумасшедший старикашка огрел ее как следует.
Если она была из компании хартмановских прихвостней, то так ей и надо. Ключ от офисного крыла был у Синклэр. Так, тогда нужно еще почитать. Потому что я должен знать, что будет дальше. Так, выкуп. Что еще там известно? Так, Сара не доверяет Найтингейлу. Найтингейл на радиостанции. Сара доверяла инстинктам, а те нашептывали, что агент Найтингейл мерзавец. Что-то с ним не так, помимо запаха старого перегара. Что-то в манере показывать жетон, кичиться служебным положением и смотреть на людей, ожидая ответа. Где Алан Вейк? Что за несчастный случай? Где жена писателя? И самое важное, почему она дала Вейку уйти? Сам агент на вопросы не отвечал. Говорил, это дело федералов. Да, ничего интересного. Так, Вейка — темная сущность в доме. Вейк атакует бульдозер. Сара на радиостанции. Томас Зейн любит Барбару Джаггерт. Это наша как раз темная бабуся. Вейк и Барри в заперти. Я смотрел через решетку тюремной камеры. Барри устало пошатывался позади меня. По другую сторону решетки стояли агент Найтингейл и шериф Брейкер. В руках у Найтингейла была стопка страниц рукописи. Он ликовал как безумец. Ну что, Реймонд Чандлер, теперь ты попался. Здесь все доказательства, в том числе преступного сговора с целью убийства федерального агента. Чего? Такого уже не было. Еще. Вейк и Кейси. Кто такой Кейси? В реальной жизни все и всегда было труднее, чем в романах. Не сосчитать, сколько раз я жалел, что у моего творческого кризиса нет понятной причины. Чего-то такого, с чем можно бороться, что можно объяснить. Меня одолевали сомнения. Я совершенно не был похож на героя собственных книг. Алекс Кейси всегда жил целеустремленно и непоколебимо шел к цели. Даже сейчас я злился на себя, на Элис, на Барри. Я мешкал и мялся, и у меня не было никакого плана. Так, Найтингейл в отеле Маджестик. Даже за закрытыми дверями и задернутыми занавесками в комнатке мотеля Маджестик Найтингейл ощущал взгляды местных жителей и их давящее неодобрение. Он заставил себя выбросить это из головы. Очевидно, чары Вейка распространились на местных. Но чтобы сделать работу, нужно выполнять свои обязанности. Он отхлебнул из бутылки и успокоился. «Пожалуйста», — подумал он, — «дайте мне с этим разделаться». Так, мод на озере Карта. Мод проверил все сдающиеся дома Стаки. Вейков не было нигде. Уже стемнело, когда он обнаружил их машину в конце дороги у озера Колдрон. Это была какая-то бессмыслица. Вероятно, Вейки не туда свернули, но их след простыл. А машина явно находилась здесь уже не первый час. Раздосадованный, Мод стоял на прогнивших останках пешеходного моста, который когда-то вел к острову Ныряльщика, до того, как остров ушел под воду много лет назад. Боссу это не понравится. Так, Элла. Так, лады. А что еще я не изучал? Вот это, да? Уэйк просыпается в доме. Я пытался удержать Элис, но она растаяла. Я терял контроль. На месте Элис стоял доктор Хартман. Я хотел ударить его, но руки меня не слушались. Он улыбнулся. То была ободряющая улыбка, и за это я ненавидел его еще сильнее. Мне пришлось дать вам успокоительное, не сопротивляйтесь. У вас случилось очередное обострение. Сейчас для вас главное не волноваться. Мы не хотим, чтобы случился рецидив. С некоторых пор вы являетесь пациентом. Угу. Блин, сколько я страниц пропустил, зараза. Хартман говорил без умолку. Ну ладно, все. Почитал все, что хотел. Нужно ключ взять у медсестры. Весь закулисный мир твой, Том. Мне нужно было попасть в офис Хартмана. Он забрал мои рукописи. Они наверняка там.
Музыка ждет тебя, Бёрч. Пришел час расплаты. Единственный охранник закрылся в кладовке от двух старых сумасшедших. Мы много поездили, парень. Думаешь, нам никогда не встречались такие вонючки, как ты, смертная шавка? Да, детки тронулись сильно умом. Мой гнев тебя сокрушит. Он шутит, Берч. Он такой шутник. Спроси у Синклер. Так, женщина еще жива. Это не может не радовать. Чада бога древности, светоплеть от этой тьмы. Чё? Ладно. На сегодня психов достаточно. Закрыто. Закрыто. Ага, вот тут переть замок. Вижу. А сюда мы можем пойти? А сюда мы не можем. Окей. Тогда сюда. Фото на стене привлекло мое внимание. Я знал человека, стоявшего рядом с Хартманом. Это был похититель. Хартман использовал меня с самого начала. Угу, да, вот и открылась наконец-то правда, которая была очевидна, что Хартман это... Не пусти меня отсюда! Хартман, ты слышишь? Я же засужу твою шарлатанскую задницу к чертям! Барри! Серьезно? Ты представляешь, какие у тебя неприятности? Я знаменит! Так как я представляю знаменитостей! Барри? Ал, как раз вовремя! Барри! Мужик, как я рад тебя видеть. Барри. Нам нужно попасть в офис Хартмана. Буквально следующая дверь. Ты в порядке? Да. То есть нет. Копы нашли меня в трейлере Роуз, но они не докучали мне сильно. Я, и это очевидно, здесь жертва, и я приказал, чтобы меня освободили. Иначе я засудил бы их задницы. О, кстати, о заднице. Этот федерал устроил мне сладкую жизнь, а я понятия не имел, где ты находишься. Он просто чокнутый, Ал. Но он отпустил меня, а потом я получил звонок от Хартмана, от сукина сына, который сказал, что ты здесь, и я должен забрать тебя. А когда я подъехал, два громилы схватили и заперли меня здесь. Хартпостер? Я выкрал его из закусочной, дабы выбесить Роуз за то, что она с нами сделала. Да уж, суровое наказание. Пошли, друг, надо идти. Блин, он как маленький этот, маленький шкодник. Стой, я же еще вот здесь не был. Надо послушать. Судя по отметкам на пленках, это были записи сеансов Хартмана с пациентами. На одной из них я заметил имя Элис. На миг у меня перехватило дыхание. Кстати, надо посмотреть на эти замечательные картины, которые рисуют местные психопаты. Оп, что-что-что? Что там написано? Было взять. Что-то можно было взять. Эй. А, страница рукописи. Ну-ка. Хартман был зол. Мот видел это в его глазах. Сам он тут же опустил взгляд. Он все испортил и знал это. Стыд поражения был невыносим. Мот не думал, что Вейк попросит об отсрочке. И ляпнул два дня. Меньше, чем просил Вейк, чтобы показать, кто здесь главный. В планы Хартмана это не входило. Блин, а зачем ему рукопись? Он хочет какую-то книгу свою написать, мега-забубенскую, по психологии. Но это слишком большая многоходовочка, чтобы вот так вот. Миссис Вейк. Расскажите, что не так с Алланом? Ему все труднее и труднее сдерживаться. Вечные вечеринки. Он все время злится. Начинает распускать руки. Речь про вас? Нет, не со мной. Нет, никогда. Я...
Я иногда почти хочу, чтобы Алан врезал мне, потому что это хотя бы привело к разговору, от которого он не смог бы уйти. Но нет. Он, Алан, почти не спит. А что касается работы, он ничего не пишет, совсем. Сидит часами во фрустрации и все сильнее расстраивается. Я с ним даже поговорить не могу. А сейчас, если бы он слышал, что бы вы ему сказали? Я не знаю. Я хочу сказать, я смотрю на тебя, а это будто и не ты, а какой-то незнакомец, похожий на тебя. И даже с твоими глазами. Но мне он не по душе. А теперь все вообще полетит в ад. Но вы этого не говорите. Нет. Нет. Я пыталась, но он не слушает. Он погружен в свои проблемы. Всякий раз меняет тему. Я так боюсь потерять его. А мы уже почти не общаемся. Он мне больше ничего не рассказывает. Держит меня в неведении. Я так одинока здесь. Даже когда он дома. Умоляю, доктор, помогите. Потому что я схожу с ума. Что ж, если сумеете привести его сюда, я сделаю все, что в моих силах. Да, но, доктор, будьте с ним осторожны. Он не захочет слушать вас и сотрудничать. В жизни не встречала такого упрямца. Что ж, я непременно это учту. Когда я услышал ее голос, я испытал безмерную радость, боль и чувство вины все разом. Хуже всего было то, что я вспомнил эти слова. Тот телефонный звонок от Элис был просто отрывком этой записи. А, вот оно что. Это не Элис звонила. А с какой целью нам это... Блин, непонятно, короче. Ладно, идем к доктору и выясняем у него все подробности. Затаримся кофе и вперед. О, пушка. Это же страницы, что были при мне. И новые. Алан, прошу. О, Дим, привет. Да, я тут пока один. Все смотрят Киберпанк, видимо. Ну что ж, попытаться стоило. Ладно, Вейк, давай. Поработаем вместе. Ты даже не представляешь... Хартман, заткнись! Барри, давай наружу, я догоню. Иди за машиной. Слушай, Ал... Иди! Вейк, послушай меня, это ошибка. Ты не видишь? Вместе мы сможем создать нечто невообразимо потрясающее. С твоим талантом и моим... Возвращаем камеру. Да, еще раз привет, Димка. Что, правда, Киберпанк не очень? Я шокирован таким заявлением. Так, а что там Алан сказал? Да и неважно. Оружие есть. Фонарик нет. Вперед. Так, а, нет, стоп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, да она ползет за мной. Ой-ой-ой. Да отпирайся ты. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Замечательно. Ага, там все плохо. А тут все нормально, да? А, так, не сюда. Мне нужен был свет, чтобы убрать с пути книжные полки. Ну вот, свет есть, как бы, лампочки. Блин. Они лопнули. Что делать? Может, на второй этаж? Пошли на второй этаж. Да, точно, вон свет.
Жесть там происходит. Вот это светомузыка, однако. Да ладно, ты даже его продал? Нифига себе. Что там, настолько все плохо? Не, ну я понимаю, баги, но они же вроде как решаются там всякими патчами и прочей ерундой. Так, Алан, беги, беги. Так, плохо. Да. Оу. А, на что там жать-то, я забыл. Черт, а я ее не укокошил. А что делать? А. Предусмотрительно оставили еще одну. Атмосфера не нравится? Блин. Так, шкафы за нами идут. Зачем я это смотрю? Ну, знаешь, то, что я видел там у... Ну, я, правда, одного стримера только посмотрел, где он проходит еще до прибытия в сам Найс-Сити, я так понял, в этот город. Ну да, атмосфера, ну, какая-то... Не знаю, с чем сравнить. То есть это не похоже ни на GTA, да, ни на что такое. Не знаю, может, какой-нибудь Wolfenstein. Вот, мне кажется, вот из этого разряда. Но, честно, да, я ожидал тоже, что там будет прям огонь-огонь, но я опять же видел не все. То есть я сам геймплей в Night City я не видел, по сути, а там вроде как все должно быть заверением окей. Я не знаю, я вот от авторнета жду какую-то рецензию. Я у него спросил. Он сейчас там неспешно игру проходит. Как бы, как фанату CD Projekt, я его мнению доверяю. Блин, она меня убьет сейчас. А что делать? А? Блин, хотел спрятаться, не успел. Блин, она меня преследует, надо бежать. Ага, так просто ты от нее не убежишь, да? Ай, блин! О, спасибо. Барри! Барри, спаси меня, дружище. Так. Ща, погоди, вон там что-то лежит важное, интересное. Батарейки. Батарейки. А я еще что-то могу взять? Ал, я здесь! Да, могу, вон там кофе. Кофеек. Берем. Так, корыто. А что стало со всеми этими, со всем персоналом, со всеми больными клиники? Интересно. Ну, посмотрим, может быть. Я нашел машину, но ворота не открыть. Ты должен пройти через садовый лабиринт вон там. Барри, у меня нет света. Возьми это, Ал. Спасибо, о, дружище. Посмотри на дом, Ал. Береги
Нифига себе. Оу. Так, Барри цел, это хорошо. А, так о чем я говорил? Может быть, все-таки это CD Projekt прислушивается к словам фанатов или что-то изменит. Хотя у игры уже там на каком-нибудь метакритике там 91% хороших отзывов. Еще я сегодня читал статью, что они якобы за полтора дня продаж окупили всю разработку, там, семигодовую, по сути. Блин. Батарейки летят только так. Надо свечку таскать с собой. Так, Барри, держись. Главное, не умирай. Ты единственный здесь персонаж, который мне нравится. Ну, не считай, конечно, шерифа и нашей жены. Мне кажется, шериф хорошая тетка, а наша жена так вообще просто золото. Так, налево или направо? Ну, я думаю, что направо. Блин, Барри, сорян. Я стараюсь, как могу. Ух ты! Ты откуда ты взялся? Ах ты! Не доверяй Эмилю. Ну, я с этим согласен, потому что Эмиль, он подговаривал Зейна писать дальше всякую фигню и делать темную сущность еще сильнее, как я понял. Да ладно, 6,4 от пользователей. Трэш, честно, не ожидал. Может быть, просто, не знаю, тогда жанр киберпанк это не их, скажем так, жанр. Может быть, надо было Ведьмака делать нового. Например, историю Эскеля рассказать. Или забыл, как зовут их наставника. Блин, не помню, как его зовут. Весемир, по-моему. Можно было рассказать его историю, когда он был молодым ведьмаком там. Ах ты, падла. Так, я не думаю, что это задание на время, поэтому я тут спокойно похожу, полутаюсь. Оп-оп-оп, где? А, сразу два, нифига себе. Толстый. Толстый — это плохо. Так. Атака берсерка. Ну вот, Ведьмак, да, топ, я, в принципе, согласен, но, честно говоря, я не могу, скажем так, судить полностью об этой игре, потому что я прошел только одну с половиной игры. То есть я прошел первую часть, которая мне зашла, прям вообще зашла, а вторую часть я не допрошел, она до сих пор у меня установлена на компьютере, и я хочу ее допройти в ближайшее время. Ну, без стримов, без всего, так просто для себя. Да тем более, как бы, смысл стримить игру, которую ты прошел больше половины. Вот, и тогда, да, я когда-нибудь приступлю к третьей части. Может быть, даже онлайн. Так, точка нашего сохранения.
А где Барри? Ёлки-иголки. Вот это жесть. Сейчас с ними... Ага, понял. Хартман стал одним из них. А, нет, это не Хартман. Это его этот... Блин! Оно... Не нравится? Ай, блин, у меня не осталось. Не осталось. Блин, а. Их слишком много. Ну, не знаю, конечно, но я бы сказал, что пройти стоит. И первую, и вторую часть. Причем вторая... Не знаю, она достаточно такая уже красочная, на мой взгляд. Ну, то есть, графон неплохой. Ёлки. Как вас всех перерезать разом? Оу. Мазила. Так, а давай-ка мы вот сейчас вот так вот сделаем. Блин, да что такое? Давай еще раз. Может, сначала надо ворон убить, а потом его? Получишь с утра две таблетки. Надо попробовать. Ты будешь тихим и послушным. Да, все, я понял. Как это пропустить? Это можно пропустить? Вон они, вижу, паре. Зараза, попал по мне. Так. О, сигнальная, отлично. Ай-яй-яй, дайте мне переключиться на сигнальную. Все. Блин, какой напряженный бой с этим гадом, офигеть. Ну вот, кстати, хорошо, что здесь лежала ракетница, иначе я не знаю, как бы его убивать. Не сразу я ее нашел. Но их все равно еще там дофига. Ой-ой-ой-ой. Так, а у меня против рейнджера есть что? Не, вообще ничего. Голяк.
Блин, хоть бы была какая-нибудь это схрон, который спрятан желтыми буквами. Это вообще ничего. Может, здесь хотя бы? Да. Ружье, патроны. Записочка. И больше ничего, да? Так, блин, чат скрылся. Ну тут, похоже, еще один какой-то босс-файт будет или что-то похожее. А, ну да. Блин, еще один. Отлично. Все замечательно. Так, стрим уже идет 1:13. Ну, в принципе, время еще есть, можно еще полчасика как минимум попробовать пройти. Я вообще думал, что... Ух ты, ёлки. Думал насчет того, чтобы сегодня провести два стрима, но, к сожалению, я просто сегодня был занят, и поэтому не могу больше. Еще одна страница. Меня печалит то, что я не все собрал. Эмиль заставил Тома. А, ну Томаса Зейна, все, да. Ну, блин, это очевидно. Тут уже давным-давно это было понятно, что... Что Эмиль работает на темные силы. Вопрос... Вопрос, каким макаром он это делает и по какой причине. Давай, Алан, беги. Кстати, а револьвер теперь дамажит побольше, по-моему, с двух патронов их убивает. До этого с трех. А вот и стрелочки. Ракетница и сигнальный факел. Отлично. Кстати, Димка, расскажи, как проходят выходные. И вообще, как себя чувствуешь? Уже поправился? Так, все берем. Все, что плохо лежит. О, Барри. Значит, нам в другую сторону. Вот сюда. И, скорее всего, это ловушка, да? А, нет. На удивление, это не ловушка. Так. Ау, ты жив! Уходим отсюда. Ты сможешь открыть ворота? Ну, может быть. Барри. А, ну я
может, захлопнул калитку, когда тени появились, а ключ из замка просто выпал и... Я найду его, не беспокойся об этом! Ага, понятно. Значит, надо продержаться. Завтра на больничном, а так все норм? Окей, это хорошо. Минус один. Опа. А ты откуда взялся? Да ладно. Он должен быть здесь. Ты держись, Ал! Легко сказать, держись. Так. Как бы... Давай. О. Еще раз. Еще одна, вернее. А, блин, еще эти летают, елки. Молодец, Барри. Я всегда в тебя верил. Смотрим заставочку. Прошу, скажи, что мы едем к знаку. Вы покидаете Прайд. Он все еще тащит за собой эту картинку. Мы едем на ферму Андерсонов. Я знал, что ты скажешь что-то типа этого. Знаешь что, ты со мной век за это не расплатишься. Когда все закончится, если мы с Дюжем, мне плевать, что скажут другие, я в темноте не останусь. Ты мне купишь солярий в подарок, и я буду жить там. А, это еще не все. Я спятил, но это к лучшему, Барри. Вот здесь ты прав, Ал! У тебя крышняк бухнулся, ты так зашел в безумие, что... Возможно, когда имеешь дело с такой безумной хренотенью, по-другому и нельзя. Это помогает. Это все на самом деле, Барри. Элис, никто не похищал Элис. Она в плену тьмы на дне озера. Но она не мертва. Ал! Откуда ты знаешь? Я знаю, Барри. Ал, я... Нет, послушай, я могу ее вернуть, найти ее. В озере есть что-то особенное. Оно как-то влияет на местные произведения искусства. Воплощает их в жизнь. Но есть подвох. Темная сущность, чем бы она ни была, все обращает к своей выгоде. Поэтому все происходит. Она использует мою рукопись, чтобы овладеть реальностью. Ал, я верю тебе. Как было с Томасом Зейном, как было с Андерсоном. Я верю тебе. С кукухой или без ты не бредишь. Странное дерьмо творится. Это факт. Я с тобой, друг. Я с тобой. Андерсоны все знали, но плохо соображали из-за лекарств и не смогли ничего рассказать. Но они все записали. Где-то на ферме не оставили сообщения. Нужно просто найти его. Берегись! Я больше не за Алана переживаю, а за Барри. А Барри нигде не было видно. Да, еще ты полуживой. А, ну все, отхилился чуть-чуть хотя бы. Барри! Барри! О, мужик, ты в порядке! Боже, как я рад слышать твой голос! Я пытался выбраться из машины, но земля ушла из-под ног! Чувак! Ну и обвал! Не волнуйся, твой хардпостер в порядке! Забудь о нем! Ты цел? Я упал на какие-то кусты, так что не царапинки! Но забраться я здесь не смогу! Стена почти отвесная! Блин, а где ты? Я тебя не вижу даже. Ну ладно. Будем верить его словам и думать, что с ним все в порядке. Вот сейчас просто за, не знаю, за пару, за минуту, наверное, диалога они рассказали весь сюжет и весь смысл сюжета, то, что происходит в этой игре. Не зря он называется «Правда». Да, Барри, он вообще шикарный. Сюда что-то спускается! Барри,
Это одержимый! Используй сигналку, Барри! Да! Барри, ты как? Я в порядке, Ал! Я крут! Думаю, раньше они никогда не получали взбучку от нью-йоркца, а? Ой, блин. Какой же он крутой чувак. Тебе нужно найти другую дорогу на ферму, Ал! Я буду ждать! А он уже на ферме? Барри, просто подожди меня, ладно? Ал, я здесь не останусь! Это самоубийство! Я пойду к ферме! Я пойду вперед и проверю периметр! А ты догоняй! Не волнуйся обо мне! Ведь я война! Тоже мне Рэмбо. Все обернется полным кошмаром, если я не догоню Барри. Проверю периметр, блин. Действительно, он этот... Машина для убийства. Так, что-то происходит нехорошее. Так, мне указывается куда-то туда. Чтоб тебе. О, отлично. Защита. Ай. А что-то еще будет подниматься? Да. Капец, какие стрёмные звуки. Так, тут нет ничего. Блин, я не знаю, зачем я собираю эти записки. Может быть, они откроют нам, типа, положительную концовку? Или сюжет раскроют раньше времени? Не понимаю просто. А, вон там банка кофе стоит, да? Блин, она надоела. Дайте мне фонарик уже. Так. О, прям в жбан получил. Ладно. Зараза. Дайте мне фонарик. Вот. Вот же ж зараза. Почему здесь нельзя качать стамину, как в арке? Это было бы такое приятное дополнение к игре. Знаю я. О, в этот раз они прям по мне зарядили очень хорошо. Да я сейчас так отъеду. Уи, прыжок веры. А, кстати, я сегодня видел в одной группе, в которой я подписан, про инди-игры, по-моему. Вот, там говорили о том, что выходит какая-то новая игра. То ли она в разработке, то ли уже сейчас вышла. Наподобие Long Dark, то есть тоже там выживание где-то на севере. Я, может, в группу репостну. Надо посмотреть. Так, я не понимаю, я хилюсь или нет.
По-моему, хилюсь чуть-чуть. Ну да, Long Dark 2, но... По-моему, у него какое-то другое название. И вообще, зачем выпускать Long Dark 2, если первый еще не закончен? Насколько я знаю, да? Там же история, по-моему... Ух ты! Так, как от них спрятаться? Ну ладно, от одной спрятался, уже хорошо. Я заметил, сейчас это как-то стало прям... То Арк 2, теперь Лонг Дарк 2. Что будет дальше? Сабнатика 2... А, нет, Сабнатика 2 уже есть. Сабнатика Zero, по-моему, называется, да? Вы надоели за мной летать, всякая шушера. Тени крались по воротам. Чтобы их устранить и пройти дальше, мне нужен был свет. Без проблем. А, и его еще надо включить при этом, да? Беги-беги. Мои любимые лестницы. Вернее, не лестницы, а как назвать? Дырки. Полу. Я надеялся, что где-то здесь был все еще рабочий генератор, чтобы запитать старый фонарь около ворот. А, вот как они решили и рыбку съесть, и присесть, да, там куда надо. Не, ну хитро, чё. Ага, все замечательно. Так, Алан, не падай, пожалуйста. Ты еще нужен живым. Я ощущал движение в лесу. Встречаться безоружным с такими врагами было опасно, но у меня не оставалось выбора. Ну, так, не доверяй никому во тьме. Ты это и так понятно. Так, тут никакой нычки нету случайно. Оружия там какого-нибудь. Было бы кстати. Омега-3 жирные кислоты полезны для сердца. Да пошли вы. Вон, тут генератор есть. Давай. Нет. Ах ты... А как его включить-то? Если они постоянно нападают. Я ощущал движение в лесу. Каждый месяц. Встречаться безоружным с такими врагами было опасно, но у меня не оставалось... Кстати, по поводу последнего обновления Long Dark, я читал... чей-то отзыв, ну, в тематической группе, там самый, по-моему, большой, по Long Dark, и там чувак писал, что вот эта новая локация, Пепельный лес, или как она называется? А, Пепельный каньон, по-моему. Она, типа, самая красивая в игре. Прям даже стало интересно. Давай. Раз. Блин. Так. Видимо, мне ее не запустить. Да батарейки хотя бы возьми.
Я ощущал движение в лесу. Встречаться безоружным с такими врагами было опасно, но у меня не оставалось выбора. А у меня вообще нет оружия никакого? Дали хотя бы одну палочку вот эту вот волшебную. Да ты что? Так, я снял с них щит, но от этого толку-то немного. Они меня загрызут все равно. Толпой. Давай, Алан. О. Все, они свалили? Свалили. А если я вернусь и включу генератор? Там же для чего-то его там поставили. Странно. Я думал, что он здесь не просто так стоит. Так, нету. Так, туда тоже нельзя залезть. Ну ладно, чапаем по сюжету, чем. Другого выхода у нас нет. Это Барри? Машина выехала с фермы прямо в том же направлении, куда следовал я. Как мне показалось, это был Барри. Как всегда, 7 раз отрезал, прежде чем отмерить. Hello. А я ожидал, что сейчас найду здесь какую-нибудь любовную парочку. Так, на мощный фонарик, да, поменять? Да, без проблем. Только толку от него все равно немного. Машина неслась к дому впереди. Уже недалеко. Если это был Барри, скоро я увижу погром. Да, Барри как-то везет больше, чем Алану. Что за глюки? Я стараюсь заставить каждую страницу в нужное время и нужное место. Я хочу показать тебе, как развиваются события. Я видел эти отблески света и раньше. Я видел их во сне. Это был странный то ли космонавт, то ли ныряльщик в громоздком костюме. Тот, кто разбрасывал страницы на моем пути. Но это этот... Зейн. Томас. Я 100% уверен, что это он. Но я думаю, нам не зря эту страницу показали, надо ее чекнуть, да? Уолтер на ферме... А, вот. Остановив машину у фермы Андерсонов, Уолтер перевел дух. Скоро он сможет забыться. У братьев наверняка припрятана бутылка крепкого пойла. Но затем он увидел человека на крыльце и понял, кто это. Он долго вдавливал педаль в пол, пытаясь сбежать и забыться, а заметил, что плачет только когда из-за слез перестал видеть дорогу.
А кто такой Уолтер? Это же не Барри, да? Темная сущность следовала схеме, которая была расписана в рукописи. Становясь все сильнее, ужасной бурей перемещаясь от одной из сцен... Не, инсайт я вообще планировал постримить когда-нибудь в те дни, когда я не планирую стримить. Вот так скажем. В финале темная сущность наконец обретала свободу. Хотя не знаю, может быть посоветоваться с вами, может какой-то там устроить обсуждение, голосование, что лучше, там Сабнатика или Инсайт. Честно, пока еще сам не решил, но думал, что Инсайт пройти все-таки где-то вот между основными стримами. Не, ну если я буду стримить Сабнатику, боюсь, Паша не поймет. В принципе, ну, насколько я успел посудить, эта игра, ну, Inside, она не такая длинная, может быть, и реально стоит ее сразу пройти уже. Там, мне кажется, делов-то всего часа на 4, не больше. Так, еще одна страница. Блин. Ну, просто... Кто-то обронил оружие. Теперь у меня был шанс пробиться к ферме. На мой, как бы, взгляд, да, на мое предпочтение, Сабнатика, она все-таки интереснее. Ну, во-первых, в Инсайде я знаю примерно, что будет происходить, да. Я там даже какое-то видео давным-давно смотрел по лору игры. А Сабнатика вообще для меня темный лес. Я знаю, что это выживание на какой-то водной планете после кораблекрушения. Под водой, все. Это все, что я не знаю. А, ну и типа главная цель, я так понял, покинуть планету. И есть еще Сабнатика Zero, где вроде как планета не просто водяная, она еще при этом с ледяной коркой сверху. Так, тут... Тут ничего полезного. Ай-яй, осторожно. Чуть не вляпался. Так, одержимых переполняет тьма. Не сразу прочел. Тут пусто. Кстати, интересно, а темные сущности могут попасть в капкан? О, они мне прям... О, Паш, привет. Не ожидал сегодня. Ах ты, паскуда. Я его еще не грохнул при этом.
И все? Всех? Наконец-то. Куда мне идти-то? Прямо? Зараза. Ух ты, и сзади. Ой, блин. Не-не-не-не-не, ребятки. Да ладно, прям не про... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Капканан залез. Думаешь, я Сабнатику реально не пройду без подсказок? Ну, это странно. Как ее проходят другие люди? Ну, вернее, первопроходцы, скажем так. Ну, тупить, да, буду, наверное, много. Не, ну да, я все равно, скорее всего, буду пользоваться какими-то гайдами. Без сомнения. Так, нет, ребят, не хочу с вами драться, вы мне надоели. Хотя, я могу сделать вот так. Так, еще одну. Ну, куда? Убежали вдруг все резко. А все. Палочками покидался и сразу все разбежались. Ух ты! Так, не, это толстый. С толстым драться бессмысленно. Давай, 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 давай! О! Чуть-чуть. Че, Паш, как дела? Расскажи что-нибудь интересное. Я заметил ту машину, но не было ни следа водителя. Ну это там какой-то Уолтер. Буря ярилась, когда братья Андерсоны неуверенно покинули клинику вместе с другими пациентами. Они знали, что обратно уже не вернутся. Во тьме таились ужасы, но Тор и Один ничего не боялись. Глаза их сверкали лукавством, они знали все тайные тропки, а на руках у них была кровь. Им уже доводилось сражаться с этими тенями. Интересно, когда это? В молодости? А, ну все, у меня больше нету ничего важного. Так, ну что, заходим? Есть кто? Здесь кто-нибудь есть? Барри? Я пожалуйста! Что ли такое? Не надо, прости! Где он там орёт-то? Наружу? Или на втором этаже? Наверное, сначала на второй поднимусь. Ты кто такой? Я вас знаю. Вы были в тюрьме на днях. А. Я ходил на ферму за самогоном, понимаешь? От него прозреваешь, а в дурке, ага. Он им все купаешь равно детей, понятно. Не нужен.
Но мой приятель, Дэнни, я его потерял. С ним что-то неладное. Это уже не он. Как в хреновом продолжении. Реально хорошего фильма. Как лучший друг героя внезапно оказывается плохим парнем. Кто вообще написал это дерьмо? Он стоит перед тобой. Чувак. Чувак. Давай, не умирай. Блин. Ох, слушайте, какая-то книжка. Видимо, к чему-то отсылка. А я не знаю, к чему. Ау. У себя в голове я прорабатывал всевозможные пути побега. Если продолжу то, что от меня хочет темная сущность, написанная мною история не спасет Элис. Это роман ужасов, и оно придет убить ее, меня, да и всех в этом городе. Никто не выживет. Тьма поглотит все. Вот что оно так долго ждало. Оно будет свободным, неостановимым. Оно использовало Элис, чтобы добраться до меня, дразнило ее спасением, лишь бы я продолжал. Оно никогда бы не отпустило ее. Я изменю это. Я сбегу. Я вписал самого себя в историю. И я теперь протагонист. Звучит как ужасный риск, но это единственный путь спасти Элис. Я буду связан со всеми событиями истории так же, как и все, кто вплетен в сюжет. Чтобы это сработало, история должна оставаться правдивой. Должны быть случайные жертвы, неожиданные окончания глав. В романе ужасов нельзя быть уверенным, что герой преуспеет или уцелеет. Он практически должен умереть. После всего я напишу свой побег. Но нужна помощь. Зейн будет одним из тех, кто поможет мне. Я это устрою. А, ну все. Теперь сюжет полностью сложился в моей голове. То есть все, что сейчас происходит, это то, что... настоящий живой Алан пишет где-то там вот. Где-то там, в общем, в реальности. А это написанный Алан. И он нам шлет подсказки вместе. Не вместе, а через якобы Зейна. Но я не совсем понимаю. Ну и да, Элис стала случайной жертвой. Скотт, это не домашние питомцы. Шел отсюда. Дайте угадать. Дэнни, да? Ну да, Дэнни. Парадная дверь была заперта. В окно. Ферма все еще была на приличном расстоянии отсюда. Мне нужна была машина, чтобы добраться быстрее. О, какая крепота-то. Жуть. Блин. Кстати. Патрошек тут нету, да? Факел, бомба. А, ну тут закрытые двери, ладно. Важно. Значит, покатушки на машине. Если Барри здесь не был, то, вероятно, он попал в беду на ферме. На миг мне стало плохо от того, что я усомнился в нем. Все-таки я же как-то справлялся. Но Барри — это Барри. Так, в деревенском толчке нету ничего, а вон там у нас горит свет, да? Скорее всего, нам туда и надо.
А, я еще парадную не проверил. Во. Еще одна записунька. И кажется, все, да. Блин, реально управляемся почти как GTA, не считая там некоторых моментов, где заносы немножко нереальные. Так, ну, я думаю, что все-таки туда, наверх надо. Так, батарейки. Меня сейчас посетила странная немножко мысль, глупая даже, я бы сказал. То, что сейчас Паша написал про то, что купает детей, и у меня возникла ассоциация, что у него своя субнатика сейчас. Такая глупая шутка. Ну, кстати, а может быть... Машинка-то получше будет. Ай, блин. Да, кстати, вот машина. Чья-то. Может быть, это машина Барри? А, не, я вообще не туда пришел. У меня же указатель туда куда-то указывает. Ну ладно, раз зашел. Ух ты, охотничье ружье. Возьмем. Позвольте вновь зачитать сообщение о розыске. Ведомство шерифа по-прежнему разыскивает женщину. Белая, возраст 30 лет, телосложение стройное, глаза голубые, волосы русые. Она могла заблудиться в лесу и, возможно, пострадала в аварии. Если кто-то ее встретит, пожалуйста, обеспечьте ей кров и свяжитесь. Это про какую женщину он говорит? В верную погоду никому не стоит гулять по улице. Так что если встретите прохожего, который малость не в себе, окажите ему помощь, ладно? С вами Патмейн на КБФ ФМ. Надеюсь, вы все сейчас в тепле и уюте в эту ночь. О, вайп на серваке — это такая боль. Как говорит один стример, которого я смотрю, моя боль — дырка задница. Я представляю, это будет тяжко. Я, кстати, не так давно заходил в одиночку на сервак Арка. А зачем я туда заходил, уже не помню. Что-то я там хотел сделать. А, свой труп посмотреть, да. И что-то еще. В итоге я, короче, там посидел и докачался до 33 уровня. Но там ничего интересного не было, только охота на дилофазавров, по сути. А, вспомнил, зачем я заходил. Настройки.
потому что на предыдущем стриме как-то все равно мне не понравилось, как все это выглядит, и я снова игрался с настройками. И да, чуть-чуть там побегал, прокачался. Даже по большей части не из-за охоты, а из-за того, что собирал растения. А, он другой сервак делает. Туда переехать надо. Понятно. Я пропустил этот момент. Куда? Наверное, прямо. Ага, у нас там появились ребятушки. Я знаю, пошибаю их ради приличия. Сделаем тьму послабее. Оп. Ой, прикольно, сено разламывается. Кайф. И забавно, топорики отлетают от машины. Юху! Так, не, наверное, это была плохая идея. А как мне добраться-то до места теперь? Что-то не понимаю. А, да, кстати, Паш, я видел твой домик возле своего парка. Такой маленький. Так. А теперь со всей дури. Оп. И нет, не получилось. А, то есть, видимо, дальше пешком надо. Блин. Ну ладно. Пойдем пешком. Да ладно. Блин, долго ковырять его. Так, говоришь, ресы там для меня, а дом-то закрытый на пин-код. Я туда не попаду в любом случае. Дима, а скажи, ты не помнишь, сколько еще до конца? До конца четвертой части. То уже стрим идет... Сколько? 2 часа идет, офигеть. Так, ну сейчас, наверное, какая-нибудь жопа случится, да? О, фейерверки! Я знаю, что сейчас будет.
Я знал, что братья были некими рок-звездами, но я не особо верил в это, пока не увидел сцену. Так, отключу пока камеру. Ау! Беги! Они идут! Их слишком много! Черт подери! Я так рад, что вы решили пойти в одиночку, мистер Бронсон. Заткнись и стреляй! Ау, мы должны перебить их всех! Я отсюда могу фейерверки запустить и помочь тебе! Я заметил, сколько здесь всякого добра и патронов! Заполнено все под зарядку! Держись, я пытаюсь включить прожекторы! Давай, включай их уже. Так, они там где-то были... Во, светошумовая. Блин. Ну-ка. Ха-ха-ха-ха. Блин, а это не Ози Осборн играет, не? Очень похоже. Давай. Опа, красиво. Вау, все, сейчас будем их наказывать. Раз. Да, деточка. Блин, а тут совсем что-то крутое лежит. Помповое, да? Да. Держись, Барри. О, да, есть. Молодец. Перезарядиться надо. Они хотят убить нас. И это самый офигенный момент в моей жизни, правда? Патроны. Нет. Разнесло просто в щепки. Это было круто! Брайт Фоллс, столица рок-н-ролла всей Америки. Так, я могу что-то тут забрать? Еще. Эй, Ал, на ферму сюда. Блин, ну это было круто. Мне понравилось. Скоро конец, да? Окей. Побежали.
Какой страшный парень. Все, пошли, Барри. Ты мой лучший напарник. Там что-то мерцает. Наш бестселлер нет причин волноваться. Твой хардпостер лучше нового. Прямо там, где я его оставил. Вернусь за ним, когда мы зачистим местность. Зачем он его с собой таскает? Самое беспокойство за все это. Ты маленький псих. Так, нам? Туда нам... О! Сейчас, буквально пару секунд. Мне нужно как-то попасть за сцену. Я вижу там бумагу. Давай, 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 чапай, чапай, чапай. Все, отлично. Да, сейчас я постараюсь этот момент быстренько пробежать. Или ты, Димка, имеешь в виду, в принципе, сейчас вот на этом моменте закончить? А, как пройти? А, вон, по лестнице. Так, разбежались и прыжок. Эй, кажется, Алан Уэйку есть что сказать. Так о чем ты, Ал? Я Алан Уэйк, я всегда во всем прав. А если происходит не по-моему, я буду туться целый день. Я напряженный и угрюмый. Это делает меня привлекательным и загадочным. Прямо сейчас на 20 минут? Окей. Я стою здесь, потому что мне нужен мой лучший друг Барри, чтобы нести меня. Но все хорошо, я принимаю его как должное. А я увидел, что ты там делал. Да, и вышло неплохо. Хочешь услышать пародию на Барри Уиллера? Нет? То-то же. Ай, блин. Ух ты! Ха, ты только посмотри на эту штуку, Ал! Они и правда озадачились этой херней про викингов, да? Посмотри на эти вещи! У них же все должно быть хорошо! Ой, так почему я о них не слышал раньше? Это говорит человек, который узнал об Оззи Осборне из реалити-шоу? И помнишь, как я для тебя достал работенка? Моя первая настоящая писательская работа, с нее-то начал! Ой, эпизод 11 твоих? Так. Берем. И больше был похож на таран. Сказали таран, ну, значит таран. Продолжаю. Так, спускаемся. Откуда ты взялся?
Так, ну, давай так, если я сейчас в течение 10 минут не закончу, то, наверное, я закончу в принципе. Кстати, патроны. Все, побежали. Куда он делся? Кажется, а, вон он. Пройти здесь, ау! О, о-ху-ху-ху-ху, нифига себе. Блин, там что-то светится. А где Барри-то? Твари. Давай сюда иди. Ух ты, он от электричества помер. Круто. Реально круто. Блин, только не говори, что там листик лежит еще один. Я его не вижу. Тогда черт с ним. Куда Барри-то делся? Понять не могу. А, вон он где. Все, заходим. Как раз контрольная точка. Ух, эти чудные старикашки времени зря не теряли. О, а ты знаешь что, Ал? Если мы останемся живы, я буду их представлять. Ну, будем продавать их продукцию по сети, устроим, может быть, реалити-шоу или выпустим новую песню. Удачи с этим, дружок. Эй, придумай, как нам выбраться, лады? А я пока посмотрю, что тут есть. Придумать, как выбраться. Легко сказать. Видимо, надо что-то сломать. Так. Будь осторожней, Ал! Тут тоже все. Видимо, надо еще выше. Ну-то откуда ты взялся? Гляди в оба, ладно?
Ну давай, еще выше. Так, тут ничего интересного. Тогда на крышу. Как известно постоянным слушателям, я частенько засиживаюсь за полночь. Но оказывается, не только я один. Помощники шерифа Маллиган и Торнтон выкроили пару минут, чтобы принять участие в моей передаче. Ну что, парни, дел по горло? На носу день оленя. Наверняка скучать не приходится. Да уж, не скучаем. Вообще-то, пап, у нас есть дело. Это связано с текущим расследованием. Батарейки. Я мог видеть здание на другом конце поля, которое было домом Андерсонов. Недалеко. Меня не беспокоил вопрос доверия к двум бродягам, страдающим прогрессивным гериатрическим... А, видимо, там и закончится эта серия. В их доме. И нам, возможно, придется ехать на этом комбайне. Или с ним сражаться, одно из двух. Ну да. Да вы издеваетесь. А. Да ладно. Ах ты, зараза. Они были в теме. Загрузили игру на фразе «они были в теме». Так. Надо как-то с этой штукой... А что у меня есть за оружие, кстати? Да нифига у меня нет. Так, Алан, беги. Беги. Все равно она меня задела. Вот же. Блин, Дим, его можно победить в честном бою? Или там есть какая-то хитрость? У меня за оружие. Понятно. Да вы издеваетесь. Блин, он как чувствует, где я нахожусь? Давай, 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 давай. Можно еще даже одну вот эту кинуть. Е-е-е.
открыть для Барри дверь силосного хранилища, а каким я образом это сделаю? Блин, надо заканчивать бы уже. Ал, это ты, дружище? Да, это я. Держись. О, замечательно. Эй, пошли уже. Думается, эти ворота нужно открыть вдвоем, Ал. Они больно тяжелые. Не понимаю, почему вдвоем? Это ферма на той стороне поля. Мы почти добрались. Безумное место для безумных людей, а не ферма. Тогда мы должны чувствовать себя как дома. Вальхалла. Так, давай. Ты стой, я с этой. Давай еще одни ворота. Поднажали. Ну, теперь-то, наверное, конец, да? Должен быть. Света нет. Предохранители нужно проверить. Внизу электричества не было, но я был уверен, что исправлю это с помощью предохранителей. Внизу электричества не было, но я был уверен, что исправлю это с помощью предохранителей. Так, кофе. Знаешь, а место-то обжитое. А я думал, Андерсоны все время в дурке сидят. Старые боги знают правду. Окей. Закрыто? Открыто. А вот и предохранитель. Слышал это? Музыка? Ну конечно. Нам нужно выяснить, откуда идет музыка. Об этом послании говорили Андерсоны. Вот истинная причина, зачем мы здесь. Дева Света? Это может быть, как ее там, сумасшедшая женщина с фонарем из города. Синтия Уилл. Точно! Наверняка она! Так, ну от сцены же работаем, да? Проигрыватель немножко запылился, Ал. Стукни его, я хочу песню послушать. Какой проигрыватель? Где? А, этот. Блин, еще 10 минут, но жалко заканчивать, не пройдя 10 минут. Вы как еще? Готовы? Дождаться конца. Нужно найти Синтию Уивер. Переждем ночь здесь, а с рассветом вернемся в город. Эй, Ал, полно времени до рассвета. Надо бы немного отдохнуть. А отдохнуть равно напиться. Да ладно, Барри, это... Но мы должны найти ее, да? И хоть ты чокнутый засранец, но я поддержу тебя, несмотря ни на что, всегда, ведь ты мне... Живем, да. Хорошо. Я писатель, черт подери. Верно. Если бы я захотел, я бы писал десяток книг в год. Если бы я это хотел... Были бы лучшие книги года. Нет, не смог бы. Точно не смог. Но мог, потому что я писатель. Что?
Что они положили в эту штуку? Чувствую, как мой мозг вытекает через нос. Я получу рецепт у этих дедов и стану ахамиллионером. Я скучаю, Барри. Я просто хочу, чтобы она была со мной. Я знаю. Как котика по голове. Остров ныряльщиков. А, я думал, нам сделают эту. Алан, где ты? Помоги! Элис, я иду! Все хорошо! Я иду! Это был безумный пьяный сон. Но все же это было и нечто большее. Ага. Это была правда. Подавленная память, извлеченная самогоном Андерсонов. Я находился около дома. Как бестелесный наблюдатель. То была ночь, когда мы с Элис прибыли в Брайт-Фоллс. Ночь, когда Элис исчезла. Мне предоставился шанс понять, что же произошло. Я вспомнил, что удивился, увидев, что в доме темно. Элис никогда бы не выключила свет. Ну да, я помню. Мы зашли, а потом начался Элис? Какой-то трип. Элис? Я вспомнил кое-что еще. Я заметил мельком ее силуэт под водной гладью, тонущий в глубинах тьмы. Погружение за Элис было последним, но смутным воспоминанием о той ночи. После этого первое, что я смог вспомнить, как я проснулся за рулем разбитой машины и нашел первую страницу рукописи. Я не мог найти ее в черной толще воды. Я подумал, что она утонула. Элис! Джаггер схватила Элис, а с ней и меня. Элис! Я был легкой добычей. Посмотрите на дом. Там есть кто-то в окне? Элис! Может, она вовсе не тонула. Может, она внутри. Алис! Да. Темная сущность коснулась меня. Она запустила свои когти в мой мозг и использовала меня, сделав своей марионеткой. Она должна быть где-то здесь. Может, наверху в кабинете? Алис! Да, она точно там. Вы сможете извиниться. Элис! Вместе посмеетесь над своими страхами и все забудете. Элис! Ее здесь нет. А вы уже понадеялись? Нет. А, после сна? Она мертва. Она утонула. Нет! 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 Гибель жены на вашей совести. Вы душегуб. Она лишь хотела помочь вам справиться с кризисом, а вы убили ее. О, тише. Надежда есть. Озеро Колдрон — особое место. Здесь в вашей власти все исправить. Она хотела, чтобы вы писали. Я скажу, что делать. Вы сможете вписать ее обратно. История станет явью, и все снова будет хорошо. Она схватила Элис, и рукопись была выкупом за нее. Но она Элис не схватила, насколько мы знаем. Да. Хорошо. Я исправлю. Я верну ее. Oh.
Прикол. Нет, это я написал. Я все вспомнил. Сутками я писал в темноте. Я почти закончил рукопись под названием «Погружение». Джаггер была моим редактором и нашептывала, что писать, чтобы по ходу действия она становилась все сильнее. Я думал, что спасаю Элис. А потом пришел Томас. Хотя тьма опутала меня своими сетями, я сохранил долю рассудка и догадался сочинить свой побег. Я приказал Свету наполнить дом и освободить меня, прежде чем я напишу окончание, в котором тьма поглотит все вокруг. Зейн находился далеко и был слаб. Но я вписал его в эту историю, и его света хватило, чтобы освободить меня. Сейчас ее тут нет. Я здесь потому, что так было написано. Я принес свет, чтобы освободить тебя. Поспеши. Она поймет, что я здесь. Она скоро вернется. Давным-давно она украла облик моей Барбары. Она выглядит такой старой. Когда я очнулся, в голове царили тьма и страх. Оставалось только бежать. Неделя, проведенная в доме, брала свое. Я едва держался на ногах и легко терял сознание. Зейн заплатил страшную цену. Его швырнуло еще глубже в плен тьмы. Но он сумел ослабить темную сущность. Сумел защитить меня той ночью. Моих рук дело. Моя вина. Вот именно, Джеймс Джойс. Это ты виноват, и ты за все ответишь. Ну да, это... Этот момент был в рукописи. Стоило ожидать, что нас посадят. Ну что, я рад, что я осилил за серию целиком. Целиком всю вот эту вот часть, этот эпизод. Наконец-то все стало понятно. Просто жесть. Так, ну, в общем, на этой прекрасной ноте пора заканчивать. Несмотря на то, что Киберпанк не самая лучшая игра, как оказывается, все равно ее достаточно много людей смотрят на том же Твиче, там просто поголовно вот эти вот стримы. Да, все, Димка, пока, спасибо, что зашел. Пашка, не знаю, смотрит или нет, Паш, тоже спасибо, что зашел. Сегодня мы так вот втроем, ну, в принципе, мы чаще всего втроем. Вот. Несмотря на то, что некоторые люди заходят, но они как-то быстро уходят. Все, ребят, всем пока. В следующем стриме я скажу. Спасибо, что зашли. Всем удачи. И главное, не болейте. Darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words.
beneath the lake.